Во Владивостоке в мультимедийном историческом парке «Россия. Моя история» открылась выставка «Без срока давности». Экспозиция расскажет о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории. Правда такова, что ее лучше не знать. Но знать нужно, знать и помнить, потому что знание и память – это главное оружие против беспамятства. Выбор даты открытия экспозиции не случайен. Именно в этот день, 75 лет назад, 8 февраля 1946 года, была произнесена вступительная речь главного обвинителя от СССР Романа Андреевича Руденко на Международном военном трибунале в Нюрнберге. В его выступлении впервые был озвучен весь масштаб зверств нацистских преступников на оккупированной территории СССР. Именно из этой речи мир впервые узнал об объеме преступлений нацистов против мирного населения на советской земле. Сегодня это мультимедийная у нас выставка. В скорости приходят еще и стенды, 24 стенда, на которых можно будет на экспозициях увидеть во всех областях бывшего Советского Союза, обо всех архивные документы, данные, фотографии, какие ужасы у нас происходили. На выставке представлены наиболее интересные архивные документы из 7 тысяч выявленных в ходе реализации проекта. В работе над ним приняли участие 370 сотрудников 47 региональных архивов, 66 профессиональных историков-кандидатов и докторов наук. Все представленные на выставке документы рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности». Екатерина Зверева, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.